Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые к нам присоединился. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Продолжаем осмотреть цепочки от разных ювелирных компаний. Сегодня у нас две цепи разных диаметров от компании Красцветмет. Будет сегодня нона и двойной ромб. Они похожи, поэтому я их объединила в одно видео. Разные диаметры, сейчас все покажу, расскажу. Для заказа они уже все есть на виртуальной витринке выложены. Можете искать Красцветмет, вводить в поиске. Можете искать по артикулу 22200. Там, кстати, есть такие и браслетики заодно. Так, первая цепь у нас нона. Артикул 22200, диаметр 35. Это самая тоненькая нонка. Плетется она в звенье 2 через 2. Получается как бы в одном большом ромбике, один маленький. И они 2 через 2 сцепляются с следующими такими же ромбиками. Вот так вот она выглядит. На ней очень много алмазочки, поэтому, возможно, тут вот немного отсвечивает. Очень хорошая алмазная гранка. Замочки здесь круглый шпрингель идет. На цепочках пошире уже там будут карабинчики. На самых тоненьких вот он идет шпрингель. Здесь вот они пробы на колечке. Две пробы. Клеймо именник завода-изготовителя. Да что ж ты, маленький. Вот он. И проба 925-я пробирной палаты, что это серебро и так далее. Серебро радированное, то есть темнеть уже чернеть оно не будет, если, конечно, вы не увлекаетесь всякими химикатами. Либо там работаете на вредном производстве, где вот вокруг это все летает, да, там тогда, конечно, уже под воздействием химических веществ может немножко цвет поменять. Вот такие бирочки у Красцветметы, если кто не видел. Находятся они в Красноярске. Вот такая штрих-код, здесь вся информация есть. Так, и осталось мне только вас ориентировать по ширине. В диаметре 35, вот в этом, ширина цепи 2,3 мм. А да, еще по весу. Вот красиво, когда люблю, когда их много. Такие они прям очень красивые цепи. По весу цепь должна быть по весу в два раза больше вашей подвески, либо под весок, если вы суммарно носите несколько сразу на одной цепочке. То есть вот при весе 2 грамма, 2,3, подвеска у вас должна быть где-то грамм, граммы, ну, 1,2, не больше. Так, какие есть наличия? НС-22200 в диаметре 35, длина 40 сантиметров, вес 2,38. Цена 440 рублей, 410 рублей. 45 сантиметров, цена 440. Тут много их. 50 сантиметров, вес 2,79, цена 490. 55 сантиметров, вес средний 3,07, цена 530. 60 сантиметров, вес 3,42, цена 590. Так, и 65 сантиметров, вес 3,75, цена 640. Вот такие вот цепочки. Это, повторюсь, самые-самые тоненькие. Дальше нонка идет в диаметре. Ох, весомый, жалко, вот прям вес автоматически не взвешивается. Как мне сейчас очень весомо на руке стало. Это диаметр 50. Диаметр проволочки 50. Сейчас я одну вытащу. Ширина цепочки 3 миллиметра. Тоже с алмазочкой. Посмотрите, как она играет. Очень красивые цепи. Вот здесь уже хорошо видно, да, что в большом ромбике внутри еще один маленький. Цепи универсальные как мужчинам, так и женщинам. И, как говорится, как детям. И мальчикам, и девочкам. Единственное, что, конечно, мужчине, возможно, выберите потолще. А под крестики маленьким деткам вот самый предыдущий, который 35 диаметр, вполне подойдет. Так, здесь уже у нас идут карабинчики. Не шпрингель, как в предыдущем. Здесь уже идет карабин полноценный, хороший. Плотненький, потому что сама цепь больше, да, и замок надо побольше.
Вот оно, мое богатство. Богатство, аж прям хочется захекать. Вот такая вот красота. Инсет 22-200, диаметр 50, в длине 45, средний вес 4,97, цена 780. Длина 50 сантиметров, средний вес 5,87, цена 870. Так много их. В длине 55 сантиметров, вес 5,87, цена 950. Так, совсем много, они пользуются спросом, поэтому я их как-то много привожу. Так, 50 сантиметров сказала, 55 сказала вроде. Длина 60 сантиметров, вес 6,63, цена 1040. Длина 65 сантиметров, вес 6,8, цена 1100. Все цепи, если кто пропустил, они выложены на витрине с ценами, все там есть. Не забывайте выбирать кнопочку, там есть кнопочка «Выбрать размер», потому что, как уже видели, в зависимости от увеличения цепи меняется и, вернее, от увеличения, да, правильно сказала, цепи, сантиметров меняется и цена. Так, это у нас уже покрупнее, диаметр 60. Ширина цепочки 3,7 миллиметра. Вот они, наши цепочки, иллюзия. Сейчас будет движение. Вот такие с алмазочкой. Сейчас. Люблю, когда всего много. Замочек карабин. Вот он, наш карабинчик. Вот они, все пробы. Вот она наша, собственно, да, ниточки эти. Вот она цепочечка. Спать, купаться, все можно. Они вот ложатся, видите, мягко и выпрямляются безо всяких заломов. Так, ширину сказала 3,7 миллиметра. Осталось по весу. В диаметре 60, в длине 45 сантиметров, средний вес 7,48, цена 1180. В длине 50, средний вес 8,29 грамма, цена 1300. Длина 55, средний вес 9,02, цена 1400. Длина 60 сантиметров, средний вес 9,42, цена 1560. В длине 65 сантиметров, средний вес 10,53, цена 1650. Да, все правильно я сказала, то я уже с этими цепями начинаю заговариваться. И самая широкая нонка, диаметр 80, ну это прям уже такие более, да, мужские, более широкие. Хотя некоторые, повторю, барышни любят у нас и широкие цепи. Вот такая красота. Это диаметр 80. Ширина цепи 5,3 миллиметра. Сейчас мы еще сфокусируем. Вот такая красота. Очень хорошие цепи. Классические все. Это прям, знаете, цепи все вечно еще будете внукам передавать. Так, диаметр 80, в длине 45 сантиметров, средний вес 12,29, цена 2,100. Длина 50 сантиметров, вес 13,74, цена 2,330. Длина 55 сантиметров, вес 15,75 грамм, цена 2,530. Длина 60 сантиметров, вес 16,69, цена 2,630. И в длине 65, вес 18,22 грамма, цена 2,900. Так, две штучки. Это у нас была нона. И теперь пойдем по двойному ромбу. Сейчас начнем опять же с самых-самых тоненьких. То, что деткам под крестики и так далее. Это у нас двойной ромб. Разница с ноной, что ромбы одинаковые. Там был один побольше, один поменьше. Здесь ромбики у нас одинаковые. Так, сейчас я одну возьму. Это самая тоненькая.
Ширина у нее 2,3 миллиметра. По весу, да, самый легенький. 40 от 40 сантиметров здесь начинается, потому что как раз вот их берут на крестики. Маленьким на крестины, и в принципе лет так до 10, 40 сантиметров вполне хватает длины. Ну а дальше уже можно что-то посерьезнее приобрести. Замочки здесь тоже в тоненьких идут шпрингельные. Дальше замочки идут карабинчики. На остальных цепях, в остальном все то же самое, что и с нонной. Спать, купаться, это ничего не заламывается. Вы ее разровняли, и вот у вас полностью хорошая, красивая цепочка. Алмазная гранка, также очень яркая. Вот она со всех сторон, вся хорошо блестит, играет. Так, и теперь какие по наличию. Артикул 22076. Это все двойной ромб будет. Диаметр 35, ширина 2,3 мм. Длине 40 сантиметров, средний вес 2,25, цена 400 рублей. Здесь длина иногда проскальзывает, потому что цепь ходовая, как бы не все длины остались. Длина 55, вес 2,98, цена 550. Длина 60, средний вес 3,45, цена 630. И длина 65, средний вес 3,61, цена 670. Так, сейчас я сразу прошу прощения, буду убирать, потому что, чтобы они у меня не позапутались. Дальше, диаметр 40. Она покрупнее, чем 35. И это прям сразу заметно. Вот такие вот цепочки. Ширина получается 2,6 миллиметра. Замочек уже идет. Нет, здесь пока тоже шпрингель на тоненьких. Да, на тоненьких они пока шпрингельные идут. Смотрите, какая красота. Под них, кстати, под эту цепь есть серьги. Серьги-петельки, такие с кисточками. Там вот как раз ромбики. Я уже в каком-то видео показывала. Так что поищите, на сайте все есть. Артикул 22076, диаметр 40. Длина 45 сантиметров, средний вес 3,22, цена 580. Так, длина 60, вес 4,43, цена 740. И длина 65, вес 4,93, цена 900. Тут тоже, видите, уже за Новый год все повыбрали. Ну, длины еще пока некоторые есть. Дальше, диаметр 50. У меня совсем не густо, но кому-нибудь может быть приглянется. Так, вот сразу видно, какие хорошие ромбы крупные. Ну, понятно, чем крупнее цепь, тем лучше звенья все у нас видно. Тоже все как я скручиваю. А, да, любимый фокус не показала. Очень люблю я с цепями на разрыв делать вот так. Жалко, что звука не слышно, как леска натянутая. Проверяю, что цепи крепкие. Длина, сейчас прошу прощения, диаметр 50, это ширина цепи 3,2 миллиметра. Осталась она в длине 50 и 65. Длина 50, вес 5,59, цена 1020. И в длине 65, вес 7,28, цена 1330. Так, ой, прошу прощения, пока цепь убираю. Камера дернулась. Диаметр 60, ширина цепи 3,9 миллиметра. Здесь уже, как и в предыдущей, идет замок карабин. Цепь также универсальная, как и нонна, можно и мужчинам, можно и женщинам. Учитывая, что мужчины, да, любят скорее плоские плетения, вот такие, как двойной ромб, нону, тройной ромб, бисмарк, чем крученые, то можете мужчинам как раз своим присмотреть как подарочки. Диаметр 60, в длине 45
сантиметров, вес 7,34, цена 1290. Длина 55, вес 8,18, цена 1500. И длина 65, вес 9,71, цена 1770. И прям быстро-быстро показываю вам. Диаметр 70, это самый крупный. Ширина цепи 4,6 мм. Есть они в длинах 50, 60 и 65. Цены, соответственно, 1960, 2300 и 2540. Девочки, для заказа все данные под видео, Viber, WhatsApp и так далее. Всех люблю. Пока-пока.